Зігнав Путін, говорить про руську весну, говорить про захист руського міра, про русофобію. Борисе, для чого це все, Господи? Да, лица, как это, лица России, они прекрасны. Ну вот я, кстати, подумал, что у каждого парламента должен быть свой такой Коля, там где-то Коля Кувалда, где-то Коля Котлета. То есть это как бы неотъемлемая часть культуры современного, в кавычках, политикума. Но все вот эти очень-очень хорошо там Мизулину старшую показали, кого там, Делимханова. То есть это вот сбор. А мне кажется, что спичрайтер Путина, он вообще просто хакнул жизнь. То есть он, они же про Байдена говорят, человек с деменцией там и так далее. А этот берет просто строчки местами, переставляет. Путин, вот тебе новое обращение. И Путин опять, там, ядерное оружие, там, все идет по плану, значит, духовные, греховные скрепы, рожать детей. И спичрайтер говорит, боже, да это самая прекрасная работа в мире, просто деду подсовывать перемешанные строки. Ну, честно говоря, абсолютно ничего нового, что он единственное слово, название «циркон» произнес, испытано на поле боя. До этого, помните, был момент, когда он там про кинжал сказал, и там еще про что-то у него впервые произошло. Ну, в общем, рассказать про самое великое российское оружие, рассказать про то, что все идет по плану, приправить к нацистами и, значит, бандеровцами. Вот все. Ну и плюс залить все это сверху хорошенечко православием и скрепостью. Вот вам и готово блюдо, россияне. Ешьте, не обляпайтесь. Знову згадує Путін про переговори, звісно, і про те, що Запад, виявляється, який готується до нападу Російської Федерації в різних аспектах. Ось буквально свіжа публікація Bild, яка стверджує про те, що Німеччина про 4 фази можливого сценарію атаки, не названої, але всі ми розуміємо, якої країни на НАТО розглядає і тренує. Там є і гібридні виклики, які ми бачили, теж і реальне вторгнення. Ну, Путін каже, Запад продовжує лгати і тепер заявляє, що Росія якоби збирається напасть на Європу. Ну, це, звісно, вже бред, каже Путін. Каже, але при цьому перед цим, все, що ви влучно згадали, Борисе, потрусив повною готовністю стратегічного ядерного озброєння, чи не так? А також ще згадав про ось це все новітнє озброєння, не тільки яке виготовляє. І коли Путін каже, що це бред, то це насправді виявляється потім реальністю. Чи я помиляюся? Да, то есть вот прием отзеркаливания, он на 1000000% в России используется. Я еще обратил внимание, когда такая классика использования была приема отзеркаливания. Не мы напали, а на нас напали. Не у нас там, вы помните, 1 января прошлого года прилетело там по россиянам, в районе 500 человек было уничтожено. Ровно на следующий день российская Минобороны вышла и сказала, мы нанесли удар на 500 украинских военных, ну, натовских, там, уничтожено. То есть вот это отзеркаливание, в том числе отзеркаливание потерь, отзеркаливание агрессии со своей стороны, оно настолько хорошо работает, но когда вы дальше в более глубокие слои погружаетесь и задаете другие вопросы, кто на вас напал? Они говорят, вот Украина, зачем? Ну, они хотели, вот Россия богатая, хотят... Почему не дождались, когда Украина нападет, тогда весь мир бы вам ничего не сказал, если бы ядерное оружие даже было применено? Нет, вы все врете, мы правды не знаем, значит, Путину виднее и так далее. Но на верхнем уровне, если не задумываться, пропаганда идеально работает. То есть там же реально все верят, что НАТО хочет каким-то образом территории российские себе забрать. Хотя, еще раз подчеркну, Швеция эта бедная сидела в нейтральном статусе, и 200 лет сидела в нейтральном статусе. И вступила только после того, как Путин напал на соседа. И Финляндия, в НАТО я имею в виду. Так. То есть по большому счету, чтобы НАТО не напало,
и не расширялось. Просто Путину не нужно было нападать. А он-то, обида какая, его же не взяли на воротах стоять, да, как в детстве было. Играть не взяли. Он у Клинтона просился в НАТО, а тот сказал: «Извини». И вот эта вот мелкая, закомплексованная, злобная, мстительная: «Ладно, ладно, вы еще узнаете, я еще покажу». И начал показывать. К сожалению, воспринимали как просто расшалившегося диктатора в регионе после Грузии. Ну ничего, успокоится, но дальше-то он не пойдет. После Крыма, о, это уже посерьезнее, да? А это уже как-то иначе. Поэтому, а вот сейчас уже совсем серьезно стали воспринимать, но тоже не до конца. Не бояться таракана просто размазать тапком. Хотя давно это нужно было сделать. І так само он Путін, який каже, що бред всі заяви про те, що Росія готує напад на НАТО, звертаючись до, як вони подають російські пропагандисти, західних інтервентів, питає, вони що не розуміють, до чого все це призведе. Ну, очевидно, знову дістає тут ядерний шантаж. Борисе, як ви прогнозували буквально позавчора в нашій щоденній рубриці «Скрєпи, куди ж без них?» Велика багатодітна родина має стати нормою і орієнтиром, каже Путін, і в горизонті 6 найближчих років, ну, тобто, які він ще, напевно, своїм заднім місцем планує сидіти на кремлівському троні, ми повинні домогтися стійкого росту народжуваності, говорить Путін. А як це буде домагатися вони цього стійкого росту народжуваності, мені інтересно. Ну, там все просто буде. Качество біомаси не важливо, важливо количество. Тобто, повисять материнський капітал, там, за второго, за третього, за п'ятого, столько-то, церковь включать, это же там два рубильника, они же все в ФСБ находятся, включить церковь, и попы там начнут: «Бог дал зайчишку, даст и травишку, рожаем, боженька», запретят аборты. Ну, то есть вот будут таким образом, а что получится? То есть вот неблагополучные слои населения, но не потерявшие репродуктивную функцию, начнут понимать: «Слушайте, так можно же кучу детей рожать и потом пить на эти деньги». Ну и вот я почему говорю про качество. То есть фактически Путину нужна недумающая, граничащая там с базовым каким-то интеллектом биомасса. Он ее таким образом получит. Но тут возникает другой вопрос. Ну ты же, Путин, покажи своих детей. Вот ты хочешь заставить всех 5-6, у тебя же там тоже есть кабаичата какие-то маленькие, да? Есть те самые женщины, которых ты не называешь. Так выведи свою семью, покажи российскому народу, как кто-то еще там есть у него от этой, как у него там была эта пассия толстоногих, что ли. Вот, тоже от нее вроде поговаривают, есть там кто-то. Так ты покажи вот это свое разношерстное племя путинят и покажи пример. Но нет, свою семью будет прятать, свою семью будет вводить и передавать ему госконтракты миллиардные. А россияне пусть рожают, потому что я так понимаю, что он еще все-таки одну войну хочет за свою каденцию какую-то осуществить. Вплоть до того, что может это быть не полноценная война, а нападение, удар по одной из стран НАТО, а дальше уже идите, снимайте с меня санкции, или я буду бить по остальным. Такое тоже может быть, особенно там дальше к возрасту под 80, когда. То есть вот там он уже будет понимать, что ну надо, а им страшнее будет. Світлана Кривоноких, то там. Ми вчора теж з Ольгою Романовою, главою благотворительного фонду «Русь сидяща», інтерв'ю з якою ви, до речі, можете подивитися на Ютубі 24-го, згадував, як то там, чи криворуких, чи кривоногих, ну ось кривоногих. Зараз Мізуліна вже є, вона не толстонога, але здається, що під чимось, враховуючи як і що вона говорить, ось так себе чіпаючи. Ну, це відео можете знайти, друзі, в Телеграмі. Відповів Борисе Путін Макрону, злякалася, очевидно, кремлівська верхівка цього всього, тому що вони одразу реагували на його заяву про те, що хоч консенсусу і немає, але обговорення про потенційне майбутнє в різних форматах відправлення війська від країн-членів, учасниць альянсу
Донбасу, можливо, на території України. І от Путін каже, заговорили про можливість відправки натівських контингентів до України. Але ми пам'ятаємо долю тих, хто направляв колись свої контингенти на територію нашої країни. Тепер наслідки для можливих інтервентів будуть ще більш трагічні. А які? А я взагалі не розумію, а чому Путін говорить про майбутнє, адже його російська окупаційна армія і великі спецслужби знищили вже тут стільки найманців НАТО, скільки немає усієї армії країн-членів Альянсу, яких вже фактично 32. І тут, як це, логіка, а рядом її відсутствие. То есть, вот как оно происходит вообще? Да, не знаю. Кстати, логика – это когда вы прямо сейчас подписываетесь на канал Тизенгаузена. Сделать это очень просто. Там кучу программ я для вас приготовил. Вот здесь под видео синими буквами написано «Тизенгаузен». Нажимаете и жмете «Подписаться». Все не пропустите. А отсутствие логики – это когда… Российские спикеры говорят, что мы воюем с НАТО, базы НАТО уничтожены, там натовские наемники. Короче, вот это все они против НАТО воюют. А потом выходит Медведев и говорит, мы понимаем, что обычным оружием мы с НАТО не справимся. Ну то есть читай между строк, НАТО нас просто нахлобучит аж бегом. Ну тогда мы применим ядерное, оно же у нас есть. То есть, с одной стороны, ты говоришь, ты с НАТО воюешь, с другой стороны, ты говоришь, что ты начал войну против Украины, чтобы НАТО не пришло. Еще где-то параллельный трек НАТО пришло к тебе на северные границы туда. Ты говоришь, оправдание, знаете, какое я прочитал там недавно, что это теперь нам ближе будет по НАТО бить, это все так и планировалось, чтобы Финляндия, это со Швеции придвинулись к нам. Ну, то есть да, даже это оправдание можно придумать. То есть НАТО это, конечно, еще один трек. Ты сидишь и Такеру Карлсону рассказываешь, как ты просился в НАТО, но тебя туда не позвали. И вот это все. Где оно, где там какая-то четкая линия, куда ты против НАТО воюешь, за, победишь ты НАТО или не победишь, что происходит вообще. Но это прекрасно. Вот когда ты не можешь разобраться, когда дезориентирован в информационном пространстве гражданин Российской Федерации, им вообще манипулировать проще простого. Ты берешь им и тогда чисто на эмоцию бьешь. И он вот эта дезориентация, так против кого мы, зачем, какие цели. Ты говоришь, иди сюда, вот тебе деньги, иди воюй. Все. Вот так оно работает. А відповів, до речі, ось цим всім погрозам і наміям Росії вжити заходів військово-технічного характеру, як реагування на вступ Швеції до НАТО, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон і наш добрий друг. І каже, таке ми вже чули. Так само було, коли Фінляндія приєдналась до НАТО. Добре відомо, говорить він, що Росії не подобається, що ані Швеція, ані Фінляндія не стануть членами НАТО. Але ми самі вирішуємо, куди нам йти, куди нам вступати. Тому ось так, дипломатично, гарно, професійно. Технічно Крістерсен вказав напрямок Російській Федерації і Путіну. А Борисе, зараз ми ще подивимося на деякі картинки веселі. Я вже тут розповідала днями, що фільми вже не ті в Російській Федерації в кінотеатрах, тому що «Большой брат» із «Watching You», понімаєте? Це сидять, ну, очевидно, що бюджетники, кого й минулий раз на перегляд інтерв'ю згадуваного вами Путіна Карсону зганяли просто таки в російські кінотеатри. В понад 20 містах і регіонах Російської Федерації оце все показує. І дивіться, а хтось в телефоні сидить, а хтось похнюпився. Якось я не бачу великого інтересу, хтось он чи то тільки заходить, а опоздалі, буде штраф. Ну, якось он, хтось в інстаграмі собі, чи в них там він недоступний, але коли чебурнет тестували і все поламалось, то був доступний інстаграм і не лише. Значить, сидять вони в своєму чебурнеті і як-то не дуже слухають, як на мене, свого диктатора. А це для чого? Ну, насильно мил не будеш. Да, это, знаете, я, кстати, удивлен тому, что не продумали в России при просмотре обращения Путина подвести электрический ток к креслу, если ты у тебя загорается экран на телефоне, то оператор сверху просто бьет тебя током, и ты начинаешь как бы внимательнее смотреть обращение Путина.
Поэтому я считаю, что недоработка какая-то. С пенсионерами еще проще, то есть там, наверное, итогом бить не надо, их просто нужно, значит, знаете, как раньше на выборы заманивали колбасой, печеньем, там еще чем-то, каким-то дефицитом. Вот хотя бы так, баночку консервов положили просроченных, и пенсионер российский прибыл, и еще будет внимательно смотреть бюджетники, видите, там планки даже у человека на пиджаке. А проблема в чем там? Отряды Путина там, кстати, в третьем ряду, по-моему, сидят, нет? Похоже очень. Но они же счастливы. Они счастливы. То есть можно просто как бы им свет не выключать, потому что заснет половина, но они счастливы. Путин для них великий, он же Россию с колен поднял. Просто они других правителей не видели. И вот это совковое мышление, абсолютно такое, ну, беспросветное, что да, надо правильно наказать, а что они вразрез с политикой партии, настучать. А что это ты с фотоаппаратиком? Куда идешь? Не шпион ли? А английский зачем учишь? Нехорошо, напишем донос. То есть вот это все, они счастливы, вот те, кто там сейчас сидит, что это все возвращается. Теплый ламповый Советский Союз 1937 года. Да, да, це жах. Вчора Медведєв цитував слова Сталіна з якоїсь стенограми. Просто таки під час зборів військово-промислового комплексу в стилі, що не треба, значить, нервувати начальство. Ось так, Борисе. Чи та я, Ірина, вам більше скажу. Он не просто, це вже не перший раз он Сталіна цитує. А в Чечню он прилетел в костюмі, от френч такой. Как носил Иосиф Виссарионович. Он, я думаю, что он в магазине там, от 3 до 5 класса купил этот френч, но все равно в Чечне он был с Кадыровым, вот так они вдвоем ходили, один в коричневом френче, другой в зеленом. То есть мне кажется, что где-то там тайно Медведев очень трепетно относится к Сталину и хотел бы быть на него похож. Но, как бы, как говорится, есть нюансик. Зелений, я думаю, один з найулюбленіших кольорів Медведєва, бо зелений змій, он такий. От, і гай, навіть він був не в зеленому, але думаю, що часто з ним зустрічається. Який жах? Виявляється, що оті 26 хвилин Путіна, виступу, які ми обговорювали, це взагалі був навіть не початок цього виступу, а цей виступ перед федеральними зборами тільки ось зараз розпочинається. Пишуть кремлівські помойки, а зараз саме головне. Але там все далі пішло про скрепи і політику якогось планування на більше, ніж 6 років, що йому не вдасться, як говорять наші спецслужби і президент України Володимир Зеленський, да, на великій прес-конференції в рамках Україна форуму «Україна рік 2024», хай Путін собі до 2030-го планує, але це в нього не вийде, бо в них нічого не вдається, і життя Бориса їх нічому не вчить. Ми з вами неодноразово вже теж скоро рубрику зробимо «Вічного польота ні браття». Значить, ми не встигли порадіти знищенню однієї сушки, да, сьогодні зранку, а їх Бориси уже три. Три літаки за один день. В них просто, мені здається, що правда бракує мізків. Я розумію, професіоналізм і рівень наших повітряних сил Збройних сил України немає меж нашій вдячності. Я розумію, що в нас є щось дуже цікаве, але не будемо ворогу говорити, бо і військові експерти підморгують двічі. Але вони, в них немає взагалі, в них сіра зона в голові, чи що, туман? Нет, я думаю, просто, ну, это война, им приходится подлетать к линии фронта для того, чтобы свои кабы бросить, им приходится подниматься выше, им приходится разведчики свои дорогостоящие, эти А-50, Ил-22 командные пункты поднимать. Это война. Все было бы хорошо, если бы войны не было. Не падали бы самолеты, не... бесславно не подыхали бы российские какие-то там молодые, пожилые, военные. Но Путин решил, что ему нужно кого-то подчинить. То есть, а знаете, это же комплекс, это комплекс очень глубокий, когда ты с позиции силы, когда ты знаешь, что ты сильнее, гораздо сильнее, ты пытаешься надавить, подчинить меньшего, по твоему мнению, более слабого, тоже по твоему мнению. То есть из этих людей ничего, но это чисто, вот эта жестокость такая, иногда беспочвенная, это чисто такая черта хорошая для КГБшника, для Путина, который поудалял
кучу упоминаний про свою раннюю молодость, про первые годы жизни со своей супругой, которая тогда, в принципе, та самая супруга, которая от него ушла, она писала очень правильные вещи, и тогда складывался портрет психоэмоциональный Путина, который заставлял, то есть ее прямая речь жены Путина, Людмилы, да, так ее звать, по-моему. Да-да. Так вот, она писала, что Путин, когда они только встречались, заставлял ее ждать иногда на холоде, иногда по часу, и стоял где-то там и наблюдал. То есть он ее подчинял, ломал, унижал. А это же все-таки, ну, красноречивее любого факта, любого выражения лица Путина говорит о том, какой он был человек. И, в принципе, дальше, дальнейший путь его был предопределен. То есть он не иначе, в иную структуру он писателем стать не мог, таланта не было, еще там кем-то стать не мог. Он по всем параметрам подходил для КГБ. Он туда попал, и дальше вот он стал президентом Российской Федерации. И с этой позиции, с позиции маньяка, такого садиста, человека, который любит подчинять, унижать сознательно тех, кого он считает слабее, меньше, вот он такой и появился. Але краще його появі і існуванню покладуть наші Збройні Сили України однозначно і рішучими в цьому так точно. Дуже дякую, Борисе, за цей змістовний і цікавий коментар. Спасибі, що ви знаходите для нас час щодня. Завтра побачимося вже на просторах Ютубу, традиційно в нашій рубриці. До зустрічі. Борис Тізенгаузен, політтехнолог.